Бобруйские спасатели проводят онлайн-уроки безопасности. Сотрудники МЧС рассказывают детям, как вести себя дома и на улице, напоминают, что делать во время пожара, грозы или сильного ветра. Если загорелся электроприбор, его нужно обесточить, а потом уже накрыть тканью или потушить водой. Эти ролики рассылают по школам города. Видео также доступно на YouTube-канале «Тушилкин из Бобруйска». Для многодетных же семей огнеборцы подготовили безопасные письма. Родителям – буклеты, детям – познавательные мини-игры. Яркие конверты раскидывают по почтовым ящикам. Наклейками с полезными советами пестрит и посуда в общепите. Ваш кофе, пожалуйста. Спасибо. На каждом стаканчике совет от МЧС. К примеру, мне напомнили выключать электроприборы, уходя из дома. Учитывая сегодняшнюю обстановку, конечно, мы не можем делать каких-то концертов, больших масштабных мероприятий, поэтому стараемся использовать любую бесконтактную форму. На одной волне. 6 мая на Зефир ФМ прозвучала премьера. Шоу спасателей с огоньком радует слушателей каждый четверг. На этом шоу вы узнаете самые безопасные советы, всегда будете знать актуальные проблемы, которые происходят в нашем городе и как с ними бороться. Оригинальный подход бобруйских спасателей к мерам профилактики приносит плоды. В 2019-м дети устроили 5 пожаров. В этом году пока зарегистрировали 2. Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Бобруйск 360.